Ребятушки, всем привет! Продолжаем мы с вами прохождение Never Alone, этой игры. Новый для нас, блядь, новый. Я вообще в такой жанр никогда не играл, но тем не менее, она даже меня втянула как-то. Так, мы остановились, короче, что выбрались из этого кита-чудовища. Нас выплеснуло оттуда. Ух ты, сова. Остров Кинг. Давайте посмотрим, что за остров. Острова Большой Диамид, Малый, это три острова, своеобразный мост, который связывает Америку с Азией. Остров Кинга – одно из красивейших мест на побережье Аляски. Только представьте, скалистый остров, который вздымается, никуда с там лачуги стоят. Высь из воды, а потом внезапно замечаешь сваи. Они были построены высоко на скале из-за льда. Остров находится в Берингом проливе. Там ветры подталкивают лед к острову на высоту до 15-18 метров. Вот нахер здесь жить, да? Сегодня постройки там по-прежнему остались. И некоторые люди возвращаются на остров Кинг. Община там растет по мере того, как люди возвращаются на свой остров. Интересно. Так, давайте, что мы идем дальше? Наша Чукча скачет, и ее друг пиздец, да? Это как, знаете, заведу собаку и назову ее заебись, да? Приходишь домой, а там заебись. Вот такой же у меня писец пиздец, блядь. Это место было покинуто с давних времен. Повторив судьбу деревни девочки. Что делать? Ух ты, блядь. Подожди. Так, походу нам надо сюда вот. Песцу. Оп. Вот так, да. А этой пиздюшке обратно. Оп. Так, главное успеть. Успеть подпрыгнуть вовремя. Так, взобраться на лестницу. Ну на. Так, а пиздец, куда идет? Северное сияние озаряет деревню жутким. Жутким чего-то там. Так, нам надо этот толкать, да? Ну же. Подожди. Надо сейчас быстро на песца переключиться. Вот так. Блять, куда... Ёбаный в рот, а? Бедный писец. Так, давай тогда так. О, отлично. А, ну да, мы сейчас перепрыгнем здесь. Оп. А этот так у нас быстренько залезет просто. Во, еще одна. Смотреть, северное сияние.
красиво смотрится, конечно. Когда я был маленьким, моя мама начинала насвистывать при появлении северного сияния. Boy, they come alive. Сынок, just они keep живые. Whistling in that Просто aurora свисти себе will... дальше. Just и это like, сияние, you know, ты как будто можешь его услышать. Потом, me, немного позже, она объяснила мне, later, что это дети, children. Children who покинувшие наш мир еще маленькими. You don't want to draw them in too much, не надо, you know, слишком привлекать их said. Внимание, так она Because говорила. Потому что они могут сыграть head, твоей головой в футбол. Football, сыграть в эскимосский футбол, блядь, ведь это же дети, и они всегда играют. Поэтому не играй на улице, не надев на голову капюшон. Если ты не наденешь капюшон, блядь, дети из сияния спустятся на землю, снимут твою голову и будут играть в футбол, блядь. Дело не в том, будто они хотят сделать что-то плохое. И это не история страшилки или что-нибудь еще в этом роде. Мама такая добрая, да? Просто так оно было, вот такая история. Пипец. Блять, вот это что за волосня, скажите мне, вот на переднем плане, видите? Нихуя себе, это кто вылетел, пошли к нему. Само сияние устремилось вниз с неба. А, нельзя к нему, да? В поисках тех, кто ослушался. Бля, вот что за волосня? Мудрости старейшин. Бежим, бежим, бежим. Оп! Так. Ну, давай спрыгнем. О, контрольная точка. Ай, блядь, пиздец. Да, блядь. Иди, песик, без меня. Вот, пошли. Так, подожди, пока не прыгаем сюда. Вот теперь идем дальше. Блять, писец, ты мозги мне не еби. Ах, подожди, что за дела? Так, походу мне надо сейчас сюда запрыгнуть. Нет, не отсюда. Во. Так, вон мостик слева. Пиздец. Вон сова сидит, нам к сове надо сейчас. А вот этот хуй пролетит. Так, отлично. Открыто достижение «Приморские уроки». Месяц ночи. Воспроизведение. Смотрим. В ноябре на небе нет солнца. Поэтому в темное время мы путешествуем при свете луны. Тогда все совсем по-другому. Все вокруг окрашено в серебристые темные тона. До самого горизонта можно различить, где стоят олени, потому что тепло от их тел поднимается вверх. И нам видно его сияние. Блять, я и так оленей часто вижу. Если кто-то крикнет, можно понять, кто это был, потому откуда доносится звук. А еще по поднимающемуся вверх облаку пара.
Отдыхание сияющему в лунном свете. So that was a good time. Это хорошее время для путешествия. It was a very Все вокруг имеет невероятный сюрреалистический вид. Кажется, что темные предметы находятся очень близко, а все белые очень далеко. Да. Так, нам надо сейчас вот, смотри, эта хуйня перелетает вот сюда. Ух ты, блядь, долетел. То есть долетело. Так, и вот сейчас вот эту поеботу надо перепрыгнуть. И сюда. Отлично, прошли. Так, тут у нас что происходит? Ух ты, весы какие-то. Так, я так понимаю. Подожди. Нет, здесь ничего не надо. Так, нам, скорее всего, вот эту хуёвину на весы надо поставить. Писец, подвинься. Так. А, все, вот открылась эта хуёвина. Ай-яй-яй! Нормуль. А как не туда? А, вот сейчас писец пойдет. Время писца пришло. Во. Так. Так, скидываем веревку. Давай отойдем сюда. И пошли на эту веревку. Давай толкай, блядь. Грохнулось. Смотри, пиздец мешает мне. А, все нормально. О. Куда-то улетело. Так, подожди. Так, писец, иди сюда. Блять, не так. О, подожди, подожди. Как мне перепрыгнуть туда? Блять, подожди, что-то у меня тупичок небольшой. Может, я что-то не так делаю? Может быть, сразу вот так с разбегу? Оп! Да, блядь. Так, аккуратно, аккуратно. Ложимся. И идем дальше. Иди сюда, блядь.
сука, пиздец ты, пиздец, блядь. Пошли, 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 блядь. Где ты стоишь? Да ё-моё! Заплакала, блядь. Ты можешь за песца пойти мне? Ай-яй-яй! Вот в чем дело, там нельзя стоять. Я понял. Вот почему он этот не шел со мной. Вот сюда, хоп. Отлично, отлично. Идем, 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 идем. Есть. Прошли, наверное, этих чудищ, да? Вышли на снег. Когда девочка и пиздец достигли вершин утесов, началась еще более жестокая метель, чем прежде. Чуть в эту волосную не упал. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой. Сколько вот, видите, будет поток не видно. Тихо, тихо, тихо. Идем, идем, идем. Ветер, блядь, могуч. Давай переждем. Почему-то без звука идет вся эта херня. Ай-яй-яй! А, надо было вот остаться. Так, сейчас идем дальше. Идем, 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 прыгай. Давай, писец, за мной. Так, может здесь переждем сейчас? А? Куда-то едем. Ух ты, блядь. Опять эта волосня спит. Так, отлично. Оп. Неси меня, писец, неси меня, родной. Ну. Ух ты, блядь! Чё такое? Нихера себе, это кто пришел? Сука ты такая! Ну, блядь, убил моего песца, а? И чё такое случилось? Ты меня, что ли, убил, блядь? Чё за фигня случилась? Я ж по нему попал вроде, блядь.
А, нет, это такая задумка, блядь, по всей видимости. Давайте посмотрим. Такая пьяная, да? Чукча вылезла. Вот он, блядь, шкурка наша. Для общины мясо, шкурка. Вырастила хорошо. Капюшон одень, блядь, а то это Северный Сиянье в футбол будет играть сейчас. Прикопала, чтобы к зиме, видать, не испортился. Ну, к весне, чтобы не испортился. Весной выкопает, сожрет. Опа. Дух песца. Ебать, копать, блядь. Это что еще за бред? Песец переродился в новом обличье. Или он на самом деле был таким все это время? Лететь быстрее, писец. Открыто достижение, море и воздух. Нифига себе. Смотреть духи животных. Так, ребят, предлагаю сделать перерыв. У нас новая локация, новая карта. И продолжим уже в следующей серии с вами. Всем спасибо за просмотр. Адио.